это оп. Thank you.
Аплодируйте! Где? Молодцы! И продолжает нашу конкурсную программу «Косплей. Сценка номер 4». Осака Юрий, «Wand of Fortune». Встречай. Все умирает, гниет, разлагается. Умирает многолетний труд. Люди, это они во всем виноваты. Это они все уничтожают. Люди, это болезнь на коже нашего мира. И я, Фата Моргана, первый из ангелов Всевышнего Отца, приставленный защищать его детей, уничтожу их, уничтожу эту заразу.
Приветствую вас, королева Резных Эльфов. Мы здесь... Королева, мое почтение. Простите мне мою грубость, но я не смогла удержаться. Вы так сияете, вы прекрасны, а ваш танец просто неотразим. Прекратите, мне за тебя стыдно. Бака, отстань от меня, зануда. Приветствую вас, принц, принцесса. Спасибо за комплименты. Но что привело людей? Вы еще в сопровождении ангела в мои леса. Милорд, позвольте мне объяснить. Конечно. Король перворожденных умер, и война за жезл судьбы разгорается вновь. Мой господин... Да, я хочу, чтобы вы, королева, стали нашим союзником. Человеческие города поразила страшная чума, некогда уничтожившая и ваш народ. Мы остались без отца после первой войны, а теперь умирает наша мать. Мы нуждаемся в вашей помощи. Прошу. Я помню те ужасные дни и помогу вам. Я слышала, что одна ведьма, живущая в Аларахонском лесу, знает, где находится жезл. Мои разведчики докладывали, что она не раз встречалась с перворожденным. Не переживайте, миледи, я смогу защитить вас. Отстоять! Этот лес принадлежит последней из рода темных провидцев. Как смели выступить на эти земли? Приведи их ко мне, мой верный слуга. Как прикажете, госпожа. Как смеешь ты, неверный, останавливать королевскую семью? Я проучу тебя на клец. Принц, не стоит! Остановись, мы пойдем за тобой. Нам не нужны лишние жертвы. Этот клинок был отравлен. Он умирает, и моя магия здесь бессильна. Тебе должно быть противоядие. Прошу, дай его мне. Оно есть только у моей госпожи. Так что, если вам дорога его жизнь, следуйте за мной. Я Ваня, правительница здешних земель. Я знаю, зачем вы пришли, но вот вопрос. Зачем не помогать тем, кого ты жаждешь уничтожить? Но ты ведь всегда сохраняла нейтралитет. Да, пока накапливала силу после неудачной попытки уничтожить твой народ. Мой народ? Но как? Ах, чума! Какая проницательность! Вам удалось пережить ее, но люди слабее. Так это ты настала эту чуму? Ну зачем? Зачем? Ты спрашиваешь, зачем? Во время Первой войны люди в Союзе с эльфами устроили охоту на клан провидцев, так как мы не хотели принимать ничьей стороны. Эльфы убили моего мужа, а люди убили моего единственного ребенка в качестве трофея. Меня бросили умирать, изуродованного и израненного. Но Альвара, перворожденный, спасли меня. Перворожденный обучил и рассказал мне множество секретов. Противоядие! Нам нужно противоядие! Нет! Ха-ха-ха! Теперь все, что его спасет, это жезл. Но где он? Вы узнаете, только убив меня. Как пожелаешь, ведьма. Пещера откроет только
темную кровь, текущую в наших с тобой венах. Твои глаза рассказали мне об этом. Но почему? Все просто. Потому что я твоя мать. А теперь давайте пойдем. Время у нас его слишком мало. Четыре. Не забывайте отмечать в своих бланках для голосования понравившихся вам выступающих. А теперь караоке номер 5 Юканта Мизуна Акаши. Аплодисменты. Мизуна